Приехали мы в Галисию, в какую-то деревню, название даже не запомнил. В каждой испанской деревне обязательно есть бар, где посидеть любят пенсионеры. Есть детская площадка, ну и все удобства, конечно, в доме. Но в этой деревне нас привлек сад. Сад, буржуйский сад. Говорят, что это Галисийский Версаль. И про этот сад я на канале «Точка на карте» сделаю отдельный ролик. В описании к этому ролику будет ссылка на канал «Точка на карте». И вдруг в эту бедную галисийскую деревню, в этот сад буржуйский, прорвался эфир. Эфир из свободной, развитой, великой России и даже из алмазной столицы, из города Якутска. Только Якутск почему-то на дотациях. Давайте послушаем, о чем рассуждают жители алмазной столицы России, города Якутска, его центра. Наверное, о инвестициях говорят. Нет. У нас ничего нету. Да, ничего нет. Вообще ничего. Ни канализации. Нет. Вода только питьевая. Все, больше ничего нет. Да, вот так. Вот как мы живем. Вот так и живете. Ни интернета, интернет есть? У нас не подключают, потому что большие дома сказали, у вас даже точки, мы даже вас подключить не можем. Так Асений Николаев сказал, что все мы подключенные. Нет, да. я не знала, как подключить детей, потому что по дистанционке пришлось покупать модем за 3000 и только подключать компьютеры, все. А звонишь Ростелеком, ТТК, еще какая-то, они говорят, а у вас тут точки нету ни одной, куда вас подключить можно было? Приезжали, значит? Не приезжали, я с ними созвонилась. Значит, отказ нет. Да. Интернета нет? Нет. У меня лично нет, потому что... В 21 веке, 24 год, 74 года, да? Дому. Да, ни интернета, ни благоустройства, ничего нет. Даже власти забыли, не приезжают сюда. Кто к нам приедет? Вы что? В центре города творится это все. В центре города Якутска. Ребята, так что мы на всю Россию сейчас покажем это все. С удовольствием, да. Пусть посмотрят. Люди... Пусть Москва висит. Да, пусть Москва посмотрит. Первый канал, звезда там. Не, как-то вы неправильно рассуждаете. Нужно на коленях к царю, вождю плешивому обратиться. Он любит, когда к нему обращаются на коленях. А вот это галисийский дворянский огород. Оказывается, и в Версальском галисийском саду есть участочек, который используют как огород. Но перенесемся опять в богатую, просвещенную Якутию. Неужели вам, якуты, или саха, как вы себя сейчас называете, не надоело быть под пятой белого царя? Раньше забирали меха, а сейчас алмазы, нефть, газ. И все это идет в Москву, плешивому царю. Среди миллионного населения Якутии неужели вы не найдете премьера, который будет строить и развивать вашу страну? Пока Россия будет вот этим огромным монстром, вы всегда будете обращаться на коленях к царю с просьбами. А царь будет строить себе дворцы, играться в войну миллионами жизней, вашими жизнями в том числе. Весь дальневосточный регион – это убыточный, якобы убыточный. Как можно иметь алмазов, нефти, газа на триллионы и быть нищим? И жить вот в таких домах? Якутия, саха, отсоединяйтесь, становитесь самостоятельными. И тогда никакой царь не пошлет вас в Украину или в какую-то другую страну умирать за свои интересы. Как-то так, задумайтесь.